Харькове 23-летний внук убил свою бабушку. Преступление было совершено в одной из многоэтажек в Киевском районе. Причем о преступлении сотрудники милиции узнали от самого молодого человека. Он обратился в райотдел с заявлением о пропаже бабушки. Нашли ее уже мертвую в подъезде, где проживала старушка. Тело было спрятано в хозяйственной сумке под первым лестничным пролетом. Как выяснилось, труп бабушки внук собственноручно и спрятал в подъезде. С бабушкой, которая не давала ему денег на увеселительное заведение, произошла конфликтная ситуация, после чего молодой человек схватил молоток и нанес ей ряд телесных повреждений, а именно удары по голове, в результате чего последняя получила телесные повреждения и скончалась. Молодой человек сознался в совершении преступления. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Марина Николаева, агентство телевидения «Новости».